Собственно, после довольно прекрасного, но утомительного дня, вполне себе спокойной ночи и чуть-чуть тяжелого утреннего пробуждения, так и вновь здравствуй, мой дорогой зритель. Ну и, соответственно, поздравляю тебя с этим мгновением, которое наступило. Ну и пока я еще не вот это вот, давайте вот это вот. И посмотрим, как это вот на все это повлияет, да. Угу. Что ж, смею сообщить, что нам хана. А я ж был в защите. Ау. Блин, а я думал, тут будет чем подышать. О, есть чем подышать. Так, давай, стреляй. Но каким-то чудесным образом я по-прежнему еще жив. Интересно, как вообще такую хуйню мы сможем одолеть? Да давай, падла! Долбаная рыба, я думал, я смогу проскочить. А не проскочил. Пришлось убивать рыбку. Оу. А вот за телепорт, конечно. Это благодарочка. Так, ну ладно, я не гордый, могу и так. Так. Ну что, я считаю, вполне себе неплохо прошли. Но это не точно, как всегда. Ага. Если есть возможность, почему бы не воспользоваться? Чё-то я уже не хочу туда. Допустим. Ну я хочу тебя пробить, ну пробейся ж ты. Ну хрен там. Я, кстати, не помню, у меня вроде бы была возможность вот такие вот штуки пробивать какой-то комбинацией. Вот только я не помню какой. Это грустно. Ладно, если что, мы с тобой вернемся и все сделаем. Да, бывает. А, да? Да. Надо сначала от этого, от этой падлы избавиться. Ты сволочь.
чувак, ты что? Перебухал. Придурок. Лазеры уже у нас не отключаются, да? А, я понял схему. Ой-ой-ой-ой, мне хана, мне хана, мне хана. Топ. Я. Топ. Что ж я так спешу? Господи, это же элемент. Тарна, Ватсон, ну ё-моё. Всё ради какой-то свиньи. О, ничего же сложного. Хотя чё я завёлся, непонятно. Ну, в принципе, да, я уже сказал, что сейчас утречка, я встал буквально... Ну ладно, в принципе, полчаса назад, может чуть больше, но как бы это такое. Пока встал, пока поделал все нужные дела, пока немножко потрапезничал, то да. Так что тут надо еще где-то парочку серий для того, чтобы только разбуркаться. Так. Опять. Ладно, тупая была идея. Так, и там меня ждет сейф. На том спасибо. Денежка получена. А значит, ремонтируемся. Whirlwind!
Swift as the wind! Hurricane Slash! Swift as the wind! Как же это было? Ну, в общем, оставляю все это на твое рассмотрение и... адекватное суждение. Во. Погнали. The oxygen mask. What do you think? Isn't it genius? The hexapod got away, though. Cicero will soon hear that I've infiltrated the place. We better hurry, then. Our next steps are at the underground lake and the spark. Contact me when you get to the underground lake. Фух, с этой задачей мы разобрались. Теперь нам нужно топать далеко. Так. Ну что, нам предлагают, так понимаю, испытать это действо. Ух ты. Я могу дышать бесконечно под водой. Правда, конечно, теперь хочется вернуться и узнать, что у нас находится вон там. Как бы.
потому что там, ну, наверняка что-то должно быть интересное. Да, бой был, конечно... Ох, передернуло, наконец-таки. Я уж думал, когда это произойдет. Чем я сюда иду, ведь там тоже что-то интересное есть. Если окажется, что это место меня сейчас приведет тупо к выходу, я буду, конечно, очень сильно негодовать. Так, сюда я пока не могу попасть, хорошо. Так, сохранение, зашибись. Блин, я явно, походу, иду туда, куда надо. А там упустил какую-нибудь плюшку. Или даже способность, возможно, которую вы мне новую дали. По-любому. Вот я отвечаю, по-любому. Ну, вот, зная закон подлости, но по-любому. Ну, может быть, все вот так вот. Там явно что-то должно быть, но явно. Я в любом случае это место исследую. По полной программе. Да просто вот иногда выбешивает, когда ты не знаешь, ты идешь туда, куда нужно, или туда, куда не нужно. Или туда, куда нужно, в данный момент тебе туда не нужно. О, как же я люблю такие способности. Плавай сколько тебе угодно. Угу. И все ради зерна. Но вот сюда я попасть пока не могу. Ну что ж, значит, не судьба. Ну, зато хотя бы мы зерно взяли. А зерно, как мы знаем, это вещь нужная. А раз так, то... Да. Теперь-то давайте двигать туда, куда мы двигали. Кстати, у меня глюки или нет? У нас же ведь вот в этой вот области должен отображаться телепорт, который мы нашли. А почему у нас не отображается? Или меня это немножко почудилось с просонья, что мы его нашли? Я ведь мог бы спокойно сейчас к нему вернуться и пойти туда, куда мне нужно. Ну, по логике туда.
красивые рыбки, но мне сейчас не до вас. Так. Погнали. А, ну да, я ж под водой не могу хилиться. Вот это смешно, конечно. Да давай ты, долбанный поток. Что я творю? Что я творю? О, благодарствую. А, да. Рыба. Недорезанная. Но это уже перебор. Так, успокойся. Я понимаю, что тебе хана уже. А то, что тебя сейчас какая-нибудь жалкая вот эта рыбешка сейчас прибьет, это обидно. Но не сегодня. Так, дайте мне, пожалуйста, нормальное пространство, чтобы я мог захилиться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. От души. Фух, а то я что-то как-то... А, хотя...